К сведению адвокатов, которые желают заниматься адвокатской деятельностью на территории Донецкой Народной Республики, начинается сбор данных для формирования профильного реестра. Начиная с 12 августа 2015 года, Совет адвокатов ДНР начинает сбор информации для внесения в единый реестр адвокатов Донецкой Народной Республики. Таким образом, адвокаты, которые желают работать на территории Донецкой Республики, должны обратиться с заявлением в Совет адвокатов. Для включения данных адвокатов в единый реестр адвокатов ДНР необходимо лично предоставить следующие документы: заявление, копию и оригинал паспорта, копию и оригинал свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, фотографию в электронном виде для удостоверения. Пакет документов необходимо предоставить по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 102, офис 815, здание бизнес-центра «Столичный». Дополнительную информацию можно получить по телефону 348-71-80. Оксана Волчонок, Вячеслав Богайчук, телеканал «Новороссия», город Донецк.